Мы кладем разделительные решетки в воду, сверху добавляем кусок дерева, чтобы решетки оставались под водой. И все, запускаем воскотопку на 6 минут. Через 6 минут забираем решетки. Чтобы облегчить мойку, мы макаем их одной, а затем второй стороной, очищая их максимально от воска. После чего они складываются на площадке для мытья, где мы обрабатываем их герхером. Как видите, они уже очень чистые по сравнению с решетками, которые находятся здесь, в ожидании мойки. Помытые решетки хранятся затем на поддонах в небольших стопках. Мы делаем стопки, чтобы затем поставить на них другие поддоны. Покажу, зачем мы это делаем. Вот склад с решетками. Мы храним их так, чтобы они потеряли этот изгиб. Мы храним их в стопках на поддонах. И постепенно они приобретают ровную плоскую форму. Я вернулась в помещение, чтобы закончить тему мытья разделительных решеток и ответить на вопросы, которые мне задавали. Что касается моющего средства, я использую Сен-Марк. Это кристаллы соды. Воскотопка изготовлена в хозяйстве Рюше Дюбассини. Емкость бака, куда я кладу решетки, к сожалению, я не знаю. Там должно быть 300-400 литров воды. Мне кажется, на это количество я кладу две таких пачки моющего средства. Я не держу их больше 6 минут. Через 6 минут они становятся мягкими и могут деформироваться. Что касается деформации из-за температуры, решетки не деформируются, если вы не превышаете время в 6 минут. Что касается температуры воды, мне кажется, здесь она достигает 100 градусов в рубашке. Получается водяная баня. Бак, где моются решетки, нагревается на водяной бане. Но в самом баке, мне кажется, температура воды где-то 70-80 градусов. Довольно горячо в перчатках, особенно зимой. 5-6 лет, что я обрабатываю решетки воскотопки, у меня нет проблем с матками, которые проходят через решетки, которые могут быть деформированы или что-то такое. Но при этом я соблюдаю время нагревания, не больше 6 минут, иначе будут трудности с этими решетками. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, вступайте в группы Пчеловодство ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Не забудьте подписаться на канал Селин.